Пифагор Самосский, древнегреческий философ, математик и мистик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев. Благоразумная супруга, если желаешь, чтобы муж твой свободное время проводил подле тебя, то постарайся, чтоб он ни в каком ином месте не находил столько приятности, удовольствия, скромности и нежности. Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем. Во время гнева не должно ни говорить, ни действовать. Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги стали друзьями. Жизнь подобна зрелищу. В ней часто весьма дурные люди занимают наилучшие места. Как ни коротки слова, да и нет, все же они требуют самого серьезного размышления. Кубок жизни был бы сладок до приторности, если бы не падали в него горькие слезы. Лесть подобна оружию, нарисованному на картине. Она доставляет приятность, а пользы никакой. Молчи или говори что-нибудь получше молчания. Не гоняйся за счастьем, оно всегда находится в тебе самом. Не делай ничего постыдного, ни в присутствии других, ни в тайне. Первым твоим законом должно быть уважение к себе самому. Не заставляй детей ронять слезы слишком часто, иначе им будет нечего уронить над твоей могилой. Неразумные при выпивании вина доходят до опьянения, а при несчастьях – до совершенной потери ума. Просыпаясь утром, спроси себя, что я должен сделать, вечером, прежде чем заснуть, что я сделал. Пьянство есть упражнение в безумстве. Статую красит вид, а человека – деяние его. Только неблагодарный человек способен в глаза хвалить, а за глаза злословить. Человек, оказавшийся в плену своих страстей, свободным быть не может. Человек умирает в опьянении от вина, он беснуется в опьянении от любви. Чтобы о тебе не думали, делай то, что считаешь справедливым. Будь одинаково равнодушен и к порицанию, и к похвале.